Друзья, всем привет! Подпишитесь сразу на канал, если вы еще не подписаны, поставьте лайк, напишите сразу комментарий. В этом видео вы узнаете, как можно будет получить набор «Темные тени» со скином «Темная Руби». Ну что, дружище, ты подписался, лайк поставил? Погнали! И не забудь написать свой комментарий. Чтобы получить набор «Темные тени», вам нужен либо ПК, либо друг, у которого есть ПК, либо телефон. А также вы всегда можете обратиться ко мне в личку, все контакты в описании. В данном примере я буду показывать, как получить на телефоне. Заходим в Google Play, вводим в поиске GeForce Now, скачиваем NVIDIA GeForce Now. После того, как скачали, установили, нажимаем «Открыть», нажимаем «Принять и продолжить». Дальше будет долгая-долгая загрузка, очень долгая, я это все вырежу сейчас. Снизу появляется кнопка «Войти», нажимаем на нее. Нажимаем на вот эту кнопку gfn.ru. Далее нам нужно войти в учетную запись этого аккаунта GeForce. Если его нету, то можно зарегистрироваться. Потом у нас идет долгая загрузка. Выбираем Fortnite. Нажимаем кнопку «Играть», «Продолжить», еще раз «Продолжить», снова «Продолжить». Если у вас есть такое, то тоже нажимаем «Продолжить». Все, мы запускаемся, и вы можете видеть то, что слева внизу есть очередь. То есть то количество игроков, которое нужно подождать перед тем, чтобы вы запустились. Как только вы дождетесь своей очереди, вы сможете запуститься. Идет загрузка, разрешите, запретить это по вашему усмотрению. Мы попадаем в лаунчер, и нужно будет ввести свой логин и пароль от аккаунта Epic Games. Клавиатура находится сверху слева в такой полосочке. Все, еще немножечко, и мы скоро уже запустимся. Этот процесс идет автоматически, если что. Все, ребята, после того, как зашли, заходим в магазин, заходим, где наборы, выбираем набор с темной руби и покупаем его. Все, ребята, я вас поздравляю. Отблагодарите меня лайкосиком, комментарием, обязательно пишите комментарии, подпишитесь, если еще не подписан.
нажмите колокольчик. И самое главное, вы еще не получили скин, вам нужно выполнить испытание. Испытание несложное, легкие задания. Вот, это все можно выполнить, в принципе, не напрягаясь. Времени достаточно, торопиться особо некуда. Выполняем задание, получаем скинчик и полностью весь набор.